Росатом впервые в истории отгрузил комплекты ключевого оборудования одновременно для двух стран. Завод «Атоммаш» отправил два корпуса ядерных реакторов и 8 парогенераторов. Общий вес отгружаемого оборудования – порядка 3400 тонн. Оно предназначено для АЭС Кундункулам в Индии и Тяньваньской АЭС в Китае. Новые энергоблоки атомных электростанций сооружают по российскому проекту. «Атомэнергомаш» активно работает на международном рынке, наращивая экспортный потенциал. Несмотря на внешние ограничения, поставки российских товаров, услуг и сырья осуществляются по всему миру. Хороших вам новостей!